Всем привет! Сегодня у меня три интересных боевика, триллера. Может, у них неоднозначный сюжет, кому-то может что-то не понравиться, но тем не менее фильмы интересные и это хорошее развлечение. Первый. «Американский убийца», 2021 год, США. Режиссер Раджа Коллинз. В ролях Филипп А. Хадад, Морис Комт, Дэнни Трехо. Продолжительность 1 час 41 минута. Фильм неоднозначный, кому-то понравится, кому-то нет. Этот фильм поначалу мне показался не очень, но чем дальше его смотрела, оказался вполне себе ничего. Даже понравился. Жестоко, сурово. То, что нужно для таких фильмов. Фильм основан на реальных событиях. Эрик Васкис родился в США, а потом переехал в Мексику, где стал наркоторговцем. Все, что им движет, это желание власти и денег. Он ведет бизнес с братьями Фелис, но один из братьев его с трудом переносит и терпит только из-за своего брата, который благосклонно относится к нему. Безусловно, ничем хорошим это не закончится. Эрик еще ведет свою игру с агентом из управления по борьбе с наркотиками, надеясь, что сливая информацию о своих конкурентах, он сможет их таким образом устранить. На пути к своей цели он не остановится ни перед чем, как, собственно, и те, с кем он имеет дело. Второй. «Не найти покоя». 2022 год, Франция, режиссер Режис Бланто, в ролях Франк Гастамбит, Симон Абкарян, Микаэль Абитбуль. Продолжительность 1 час 35 минут. Это французский ремейк южнокорейского фильма «Трудный день» 2014 года. Южнокорейский фильм я не смотрела. Наверняка он классный, но некоторые говорят, что ремейк лучше, чем оригинальный фильм. Надо будет сравнить. Этот фильм мне понравился. Захватывающий, энергичный, атмосферный, держит в напряжении на протяжении всего фильма. Отличное развлечение. Томас – коррумпированный полицейский. Во время похорон матери ему приходится вернуться в участок, так как туда нагрянул отряд внутренних расследований с обысками, а у него в шкафчике хранятся деньги от продажи наркотиков. Коллеги прикрывают его и избавляются от денег. Но по дороге Томас сбивает мужчину и прячет в багажнике своего автомобиля. Теперь Томасу надо как-то выкрутиться из совершенно, казалось бы, безнадежных ситуаций. Но мало того, ему звонит незнакомец и говорит, что ему известно про сбитого мужчину, и начинает требовать, чтобы Томас сделал то, что он говорит. Кто же окажется круче, незнакомец или Томас? Ведь каждый из них готов идти на все ради своей цели. Третий. «Домой дороги нет», 1996 год, США, Великобритания, режиссер Бадди Дживинаццо, в ролях Тим Рот, Джеймс Руссо, Дебора Кара Ангер. И еще один интересный фильм. Джон выходит из тюрьмы спустя 6 лет. Вернувшись домой, он обнаруживает, что его старший брат Томми женился, а жена совсем не в восторге от того, что он хочет у них пожить какое-то время. Джои полон решимости больше не попасть в тюрьму и устраивается на работу, надеясь наладить свою жизнь. Но Томми занимается продажей наркотиков и еще задолжал денег. Так что планам Джои на нормальную жизнь не суждено состояться. Фильм начинается как драма, постепенно превращаясь в криминальный фильм. Отличная игра актеров и сюжет. На сегодня все.
Подписывайтесь ко мне на канал, смотрите мои видео и приятного просмотра!